Победа всегда положительные эмоции добавляет. Соперник доставил определенные сложности, неплохо оборонялись, проверили те моменты, которые наигрывали на тренировках. Что-то получилось, что-то нет. К началу чемпионата, к старту подходим, в принципе, с хорошим настроением и смотрим будущее с оптимизмом. Ожидали, что «Бумпром» окажет такое сопротивление в первом тайме и в начале второго? Сейчас все команды научились играть, и просто так никого не обыграешь. И чтобы результат был положительный, надо прикладывать максимальные усилия, вне зависимости от соперника. Еще раз повторюсь, просто так никого не обыграешь. Поэтому были готовы к тому, что довольно качественно соперник будет сопротивляться. Отменили два, забили еще один. То есть, искали счастье у чужих ворот. Хорошо, что сработали стандарты. И были еще моменты довольно неплохие для того, чтобы увеличить разрыв счете. Довольно качественно отработали, продуктивно, плодотворно. Будем надеяться, что в сезоне это даст результаты. И, в общем-то, по году, хотелось бы, конечно же, смотреть наверх и подняться как можно выше. Да. И ваше пожелание болельщикам перед стартовым матчем чемпионата с борисовским «Батэ»? Хотелось бы, чтобы приходили, поддерживали. Постараемся дарить положительные эмоции своей красивой игрой и радовать тех любителей, которые, я надеюсь, будут заполнять трибуны стадиона.